Здесь нет ленивых, а только спортивные и здоровые химчане. В новом физкультурно-оздоровительном комплексе в Подрезково проходят добрые часы. Благодаря проекту дети из малоимущих семей, дети-сироты, а также пенсионеры могут бесплатно посещать спортивные учреждения муниципалитета. Занимаются с химчанами профессиональные тренеры. Моя авторская программа, она называется «Движение. Жизнь». Мы занимаемся с гимнастической палочкой для профилактики остеохондроза и танцевальной терапией. Также у нас под музыку проходит для настроения и всего остального радостного в жизни, чтобы заряжаться энергией и чувствовать ритм жизни в любом возрасте. Леночка у нас вообще великолепный человек в том плане, что она нам дает упражнения те, которые нам по силам. Если нам что-то не подходит, мы останавливаемся, и нас могут посадить на скамеечку. То есть отдыхаем. Все великолепно. Бесплатные спортивные занятия стали возможны благодаря губернаторской программе «Активное долголетие», которая охватывает все Подмосковье. Проект создан для того, чтобы поддерживать подвижный образ жизни и укреплять здоровье людей старшего поколения.